Думаю, не стоит страдать херней. Дальше просто гайка внутри шкиву, поэтому рассверлю гайку в двух местах. Либо разломлю, либо она слабнет и откручу ее. Что мы там срезали, интересно узнать. Почти. Главное попасть сверлом наверное же шкив. Ага. Так, идем пробовать. Вот, сука. Тиски не фиксируются, нихуя. Сейчас все нам, по-моему, полетит тут. Гайка с шайбой, то есть в форме такой буквы Т, вот там эта шайба, и все равно она получается держит. Ну да. Эта херовина и держит у нас. И так, не так. Едок, не едок. Чем мы не зажмем. Мини-зубильцы, короче, надо где-то раздобыть из какого-то старой хуйни какой-то. Мини-зубильцы замутить. Из чего же? Так. Все поломанные сверла куда-то в отдельную шкатулку положу. Потом придется, наверное, нормально все сделать. Здесь биты попробуем. Все, пизда тебе.
печку и грел, и охлаждал. Ничего я только с ней не делал. Ну вот, подбираемся к этой, к этому утолщению, ну хз. Ну все. Чё? Всё, да? А? А? Ёбаная тварь. Иди сюда, блядь. Скотина. Так, ну вот в одном месте резьбу, конечно, задела, и шкив что-то я слишком уж сверланул. Чересчур. Ну это все с завода, ничего не откручивается. И все. Вот он шкив. Это с каким она затянута. Что шкив просто без шпоночки одевается. Это что мне предлагаете, тиски теперь покупать? Чтобы это все собрать. А?